психологическое состояние команды. Emotional condition of our team, psychological state. How can you evaluate right now? I don't know. I can only speak for myself. Я не знаю. Я могу говорить только о себе. I want to get on to the next game so we can turn things around because we have to turn this ship around. We cannot lay down and die. We just have to fight through it and work hard together. That's all it is. Мы не можем лечь и умереть. Нам нужно двигаться. Я просто жду не дождусь следующей игры, чтобы попытаться в ней что-то изменить. Нам нужно поменять ход вещей, ход событий. Нам нужно изменить с ног на голову эту ситуацию, потому что так как она сейчас развивается, такого не может продолжаться. Ты согласен, что команде надо укрепиться? Do you agree that the team in that winter break needs to get stronger? We need fresh blood. We need new players. Do you think that we badly need a couple of new players, you know, to come and make us even stronger? Of course. Конечно. We always want to get stronger. Мы всегда хотим стать сильнее. But now we have the team we have, and we are good enough to turn this around. So we just have to come together, as I said before. That's the main objective for this team is to get together and figure this thing out and work hard. Но и без того, мне кажется, здесь достаточно сильно хороших исполнителей. Нам просто нужно опять объединиться, собраться все вместе, сплотиться, сойтись вместе в едином порыве и как бы направить всю нашу энергию на решение данной цели. И мы и без того, без привлечения футболиста, способны изменить ход вещей. Ну, то есть вот сейчас матч с Амкаром, so это то, что может развернуть, да, как-то ситуацию? Амкар is what is going to change the tide, right? I hope so, I hope so. We have to make sure that this is the game when everything turns. So we as a team has to make sure this is the game when everything turns. Да, я, конечно, очень бы хотел надеяться, что в этой игре мы покажем действительно, что мы команда, и что мы сможем изменить направление нашего движения на противоположное. Мне бы очень бы этого хотелось. Спасибо.